Здравствуйте, друзья моего канала. Вот хочу представить вам очередной мой проект. Короче, у моей сестры родился ребенок, ему 4 месяца. И я хочу ему сделать такое устройство, прыгунок называется. Он очень непоседливый, все время прыгает. На руках его удержать невозможно. Сестра плачет, уже руки болят, спина болит. Я думаю, это будет очень полезное видео для молодых родителей, пап и мам, которые хотят, чтобы их ребенок развивался физически очень хорошо. Ну и освободить свои руки и больше времени на остальные дела у родителей. Потому как ребенок в этом прыгунке может провести полдня спокойно и не тревожа родителей. Потому я знаю это по своему опыту. 24 года я назад такое делал для своего сына. Что нужно сделать? Нужно взять вот такую вот какую-то площадку, грубо говоря. Можно фанеру, можно пластик, я не знаю. Ну, размеры примерные 300 на 300, можно 400 на 300, здесь не принципиально. Здесь нужно просверлить дырочки по углам, также в центре. И здесь, условно говоря, стропы подвешиваются по 4 углам. К которым крепится, ну, любой ремень, помягче желательно. Это уже что у кого есть. Извиняюсь, я сейчас отвечу. Итак, продолжаем. Здесь можно сделать любой пояс мягкий. Кто на что горазд. У кого какая фантазия. Мы раньше делали, был такой уплотнитель, между плитами ложился черный. Вставляли туда проволоку, он такой мягкий. Поэтому было очень удобно ребенку. Ну, также я когда-то делал еще один для племянницы своей. Просто с мягкой ткани делали этот пояс. Ну, чтобы ребенку не натирал просто. К этому поясу привязывается также или пришивается ремешок такой. Между ног он крепится ребенку. Ну, ребенок вставляется вот сюда. Ну, я думаю, это все понимают. Как в ходунки. Вставляется сюда ножками ребенок. Вот так вот. Вот. Сюда у него ручки. Вот так. Здесь голова. Вот. И здесь привязывается резинка. Прикрепливается как-то резинка. Либо пружина. У кого что есть. Ребенок имеет 7 килограмм наш весу. Поэтому я не знаю. У меня есть и пружина, и резинка. Я сейчас буду пробовать, что лучше. Вот здесь крепится либо к турнику, либо в дверной проем ввинчивается сюда саморез с крючком и крепится надежно, чтобы не упало вместе с ребенком это все. Здесь ребенок должен касаться только пальчиками пола. Мы подкладывали ватное одеяло, чтобы не было холодно, не было твердо. Ребенок касается пальчиками. И со временем он понимает, что нужно отталкиваться. И он прыгает себе, радуется спокойно. В этом в дверном проеме, конечно, потом было страшно, чтобы он не ударился головой об косяки, потому что он все больше и больше раскачивается. А если есть турник такой свободное где-то место, в коридоре, например, то вообще хорошо. Места для разгула у ребенка хватает. Вот такой вот проект у меня. Извините за мои художественные данные, неважные. Так что сейчас займусь изготовлением этого прыгунка. Что я имею для этого? Это вот такую вот фанеру. Наверное, тройка, может, 3,5. Есть у меня пружина, есть у меня резина такая. Также есть у меня веревка. Ну и начнем изготовление.
Ну что ж, в следующем видео буду делать прыгунок. Так что подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить изготовление прыгунка. С вами был Ралик.